Привет! Я обещал одному зрителю сделать рассказ про Мивину. Да-да, про Мивину. Вы поймете, почему про Мивину, когда прослушаете весь рассказ. Вот сейчас, если так кусочек, вы ничего не поймете. Но весь поймете. Я надеюсь, он очень понравится. Здесь есть все, что вы любите. Любовь, интрига, такая тайна. Все будет. Все! Ну и... я бы скажу так, Мивина тоже. Причем очень интересно. Это абсолютно реальная история. Ну, опять же, вы знаете, что...